Итак, друзья, всем привет! Сегодня бы хотел вам показать проект Дэвида Ли, это американский музыкант, и, соответственно, сервиса Google «Искусство и культура» Nature and Culture представляют блоб-опера. Отправляйтесь в мировое турне с оперным квартетом, созданным на основе машинного обучения. И смотрите, просто мышка есть, просто нажимаю на вот этого вот замечательного блобика, и он поет баса. Следующий добавляется блоб, а он уже поет тенором. Причем так забавно, еще их можно и двигать. Есть еще меццо-сопрано вот внизу. Я просто вожу мышкой. И искусственный интеллект подстраивается и подпевает, так сказать. И вот еще сопрано. И, друзья, можно отправляться в турне. Тут на фоне может быть, значит, Париж, может быть, причем определенный какой-то. Тут есть записи, смотрите уже. Есть уже записи, и можно самому опять же пробовать. Ну и включить запись еще можно. Тоже вот я включил запись и... И останавливаем запись. И вот она запись, которую можно поделиться даже. Нажимаем здесь поделиться и делимся, куда мы хотим. ВКонтакте. Отправляем в избранное «Отправить». Сам себе отправил. Друзья, вот, собственно, и все. Вот так вот. Надеюсь, вам это было ну, не знаю. Короче, попробуйте сами поправлять блоб оперой. Ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.